Это действительно первый опыт. И знаете, это тот вариант, когда первый блин не комом, да? Это та ситуация, когда вот в здоровье людей заинтересованы все. У нас нет проблем. Госпиталь готов два раза в месяц выезжать вот на такие акции в территории, смотреть. Нам главное, чтобы рядом с нами были единомышленники, которые помогут нам собрать пациентов, потому что вы видите, что в основной своей массе достаточно молодые люди, да, которые считают себя здоровыми и в поликлинику не идут. Они приходят только тогда, когда уже возникает проблема более сложная. А наша задача сегодня отдать им долг со стороны государства по охране их здоровья, потому что свой долг родине они уже отдали. Идея эта появилась давно на самом деле. У нас очень много сегодня уделяется заслуженного внимания ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам. А вот эта категория так называемых молодых ветеранов, она нас немножко оставалась до настоящего момента забытой, если можно так сказать. И вот исходя из этого мы решили провести вот такую акцию. Первоначально согласовали это дело с Министерством здравоохранения, организовали все моменты, значит, с госпиталем ветеранов войн, и вот пока мы видим хороший результат этого мероприятия. У нас сегодня на нашей базе работает 5 заведующих отделениями госпиталя ветеранов войн областного Ростовского, и каждый по своему направлению принимает пациентов. То есть смотрят, где они, может быть, рекомендуют нам этого пациента полечить амбулаторно. Где-то необходимо, может быть, какое-то оперативное лечение. Они тут же выдают путевку, назначают, согласовывают непосредственно с ветераном сроки госпитализации, и уже дальше будут заниматься с ним они.